днем рождения от группы «Автозагад». Это история про майора Степана Коповалова, доброго полицейского, уникального, можно сказать. Он достает зверюшек и птичек с высоких домов. Он реально очень высокий, ты его как увидишь, сразу узнаешь. Майор Коповалов ходит на работу, готовит ужин, что захочет, то тебе и сделает, расскажет сказку. Впрочем, неважная история, немного не о том. Сказки читает на ночь детям, кормит таких же детей в Африке, в Южной Америке. Он с удавом обнимается, не борется. Ты иногда будешь видеть следы того, что он сделал. А сделал он многое, майор Степан Коповалов. Дядя Степа, его настоящий дядя. Сказку почитай, а мультик посмотри, узнаешь, что он примерно сделал. Майор Коповалов достал с луны и съел. Луна сделана из сыра, из камня, не знаю. Знают ответы на эти вопросы ученые дяди, умные люди. Майор Коповалов к ним обращается и не стесняется задавать вопросы. Может быть, глупый на самом деле. Самый глупый вопрос – это умный вопрос, потому что ответ не всегда так прост. Майор Степан Коповалов, спокен ворд от диджея Ешкина Ева. С днем рождения снова, Люська Ешкин, тебя поздравляю. Аркаша и Гога не видели мы, и на Android Vocaloid ты ее хоть не знаешь. Она с нами выступает. На этом все. Спасибо, ребята. Итак, мы... Это был специальный spoken word для Евы, диджея Ешкина. Любите Степана Коповалова. Если он вам встретится, передайте от нас ему большой привет. А мы теперь отправимся в то время, когда Ева только родилась. Да, и вот в это время обычно я вот занималась вот этим. Сейчас я об этом спою.